Орехова Зуевца с большим жизненным опытом поздравили депутат Совета депутатов Иван Воробьев и настоятель храма Покрова Богородицы села Старый Покров протоиерей Андрей Зазуля. Что пожелать? Ну, конечно же, огромного, крепкого здоровья. А чтоб в душе вы были только молодыми. С праздником вас! Создать праздничное настроение многочисленным гостям помогли стихи, песни и танцевальные номера в исполнении творческих коллективов Центра культуры. В городском округе Орехово-Зуево уделяется большое внимание реализации программы «Долголетие в Подмосковье». Для пенсионеров создаются все условия, чтобы вести активный образ жизни. Пожилые люди имеют возможности для занятия спортом, творчеством, пением, танцами, туризмом и даже обучения компьютерной грамотности.